Телеканал КРТ представляє. Ми бачимо дуже цікаву ситуацію. У нас, як ми розуміємо, вже за деякий час розпочали медреформу Супрун, так звану сумнозвісну. І от якщо ми подивимося об'єктивно, то в нас з буквально через місяць повинні були закрити певну кількість лікарень, тому що там визначали, яка опорна лікарня, а яку можна закрити. І зараз прийшов коронавірус. І яка зараз реальна ситуація з лікарнями? Чи є все ж таки в нас після навіть цих усіх подій з коронавірусом ще хочуть якісь лікарні закрити? Яка зараз там реальна ситуація щодо цих лікарень? Ну, от смотрите, що касається Києва. Да, я осведомлена по ситуации в Киеве. У нас две опорных больницы. На вчера еще в этих больницах не было индивидуальных средств защиты для медсестер, для нянечек и для врачей. Это как раз те больницы, куда поступают инфицированные, туда, куда поступают больные, как раз таки с коронавирусом. Естественно, первый вопрос, как могли проморгать историю, когда две опорных больницы, я не говорю даже уже о других, которые не являются первыми в приеме больных на коронавирус. Как получилось так, что они остались без индивидуальных средств защиты? Дальше. У нас есть уникальный центр в Киеве, да? Киевский центр репродуктивной и перинатальной медицины. Чтобы не перепутать название, я вот читаю с листика. Это единственный центр, который принимает беременных и рожениц, заболевших, инфицированных чем-то. У них для этого все условия, и они первые, кто содержит нагрузку на поступающих рожениц, беременных женщин, у которых могут быть проблемы, отклонения. Они сидят без денег, их просто лишили денег. И это касается напрямую, как раз таки причина кроется во втором этапе вот этой реформы, которая даже не Супрун начиналась. Супрун, скажем так, она ярый апологет, она сделала максимум и больше всех в развале нашей отечественной медицины, а начинал вообще-то ее Квиташвили. Поэтому, если вспомнить всех преступников поименно, то это будет Квиташвили, то это будет Супрун, и это будет Скалецкая, которая не сделала ничего, пальцем не пошевелила для того, чтобы за полгода не остановить эту реформу, сколько она там была министром. Тобто, фактично, зараз таку ситуацию, коли в нас фактично на порозі чекає пандемия, мы зараз закрываємо лікарні. Их просто лишают денег, понимаете? Некоторых вообще переводят на самофинансирование. Это убийственная ситуация, особенно если это касается таких вещей, как, например, институт. Институт рака, например. Или институт офтальмологии. То есть эти структуры, они прежде всего занимаются научными изысканиями. Да, они принимают пациентов, они оперируют, они лечат, они помогают. Но основная их цель – это все-таки проводить лабораторные испытания, делать некие научные исследования, возможно, открытия, если уж повезет, да, нам иметь таких ученых, которые произведут что-то, что будет достойно и миру показать. Эти институты на самофинансирование перейти в принципе не могут, потому что они являются обязательным элементом нашей национальной безопасности. И значит, государство обязано заботиться о них и финансировать. А у нас что? Вспомним преснопамятную Супрун. Первое, что она пришла, она сказала, что все институты должны быть закрыты. Зачем? Нам мировая наука поможет. Какая мировая наука? У нас есть своя отечественная, доморощенная наука, и развивать ее – это прежде всего дело чести для любой страны. И это безопасность прежде всего. Ну, то, что сделала Супрун, я вообще могу долго рассказывать, поскольку в эту тему можно нырять бесконечно с головой. Чтобы вы понимали, наши с вами персональные данные в руках участника через вот эту вот введенную ею систему iHealth, через которую мы записываемся к своим терапевтам. Оказывается, данные не принадлежат государству. Любому можно продать, черным трансплантологам, например, можно продать вашу больничную карточку, и вам расскажут все, болели вы гепатитом, какая у вас группа крови и так далее и тому подобное. Кто вводил эти стандарты? Супрун. Опять-таки, сам вопрос. Вот в 2014 году, после госпереворота, приходят Квиташвили и за ним Супрун. И что они начинают предлагать нам? Наша медицина плоха, мы будем отказываться от пережитков советского прошлого, в том числе и от нашей достойной вообще-то медицины системы Семашко, мы будем равняться на флагманов.
и начинают нам вводить систему по американскому образцу. Я, конечно, не являюсь большим специалистом, но я не поленилась. Я открыла солидное издание, например, британский медицинский журнал, на который ориентируется практически вся медицина мира. Если там что-то появляется, то это подтверждено, этому можно доверять. Это журнал, который дорожит своей репутацией. Они каждый год проводят такой себе рейтинг эффективности систем здравоохранения по странам. Так вот, система американская является самой неэффективной среди развитых стран. У меня вопрос, почему нам ее пытаются привить? Почему не взяли шведскую? Почему не взяли датскую? Почему не взяли голландскую? Те, которые занимают первые позиции в общемировом рейтинге. Почему нам опять скормили неэффективную, дорогостоящую систему? Убили лучшее и привили худшее. Але результат таки, вот мы видим все на лицо. Если я правильно розумію, фактично инфекційну лікарню, яка може надавати послуги громадянам України, які постраждали чи постраждають від коронавірусу, фактично її закривають зараз з 1-го числа. Ну, тобто, і представте, закривають для специфічної аудиторії, для рожениць і беременних. Да? Тобто, дуже трепетно к этому нужно относиться. Женщина вынашивает ребенка, она беспокоится о потомстве. Если мы государство, которое беспокоится о своих граждан, конечно же, мы должны на это обратить внимание. То есть этих женщин, если у них, не дай Боже, будет коронавирус, их направили до... Да, их должны направить как раз в этот центр. Роддому, а у него сейчас нет денег, их просто лишили финансирования. Они, кстати, не одни, просто сейчас меньше об этом говорят. Вот, например, еще одна такая же клиническая больница, центр микрохирургии глаза, которые, кстати, обладают большим отделением детской политравмы. Если, не дай Бог, ваш ребенок повредил глаз и может лишиться зрения, это только туда везут. Их тоже лишили финансирования. У нас что, все какие-то Дунканы Маклауды и выживут без врачей? Я не понимаю, зачем мы лишаем сами себя наших преимуществ? У нас действительно была, к сожалению, да, слово «была», хорошая, качественная медицина. Кстати, Российская Федерация, Беларусь развивают эту систему и по сей день. И, как видите, они достойно переживают коронавирус и все, что связано с заботой о здоровье своих граждан. Я думаю, что правоохранным органам просто необходимо, я думаю, что зацікавитися цією інформацією, як так, у розгар такої ситуації. Ви знаете, у меня здесь большие сомнения. Сейчас с нашими силовиками и правоохранительными органами получается так, что рука руку моет. У нас руководят правоохранительной системой, силовиками, прокурорами, НАБУ, вот условные соросята, которые своих же и будут прикрывать. Кто такая Скалецкая, кто такая Супрун, кто такой Квиташвили? Это все вот эти вот ланскнехты, которых нам навязали. Более того, двое из тех, кого я прочла, это вообще иностранцы с паспортами других стран. Это агенты иностранного влияния. Кто их будет сажать? Такие же, как они, им подобные. Этот Артем Сытник, который вообще-то по суду признан коррупционером и который все время бегал в посольство Соединенных Штатов Америки на отчетике.